Добрый день, дорогие друзья. Я искренне надеюсь, что вы меня слышите хорошо. Мы рады приветствовать вас на вебинаре Profit Travel 2018. И сегодня мы поговорим о прекрасной авиакомпании Air Moldova. Презентуем продукт, расскажем о последних новостях. Кстати, забегая вперед, у нас очень хорошая новость, грандиозная новость, потому что с летнего периода, с летнего сезона 2018, а если быть точнее, с 28 апреля 2018 года, мы открываем новый рейс в России по направлению Екатеринбург-Кишинев. Я надеюсь, что вы заинтересованы этой новостью, потому что для нас это очень важный момент. Итак, разрешите нам начать нашу презентацию. И добро пожаловать, конечно же, на борт авиакомпании Air Moldova. Итак, авиакомпания Air Moldova – это национальный перевозчик Республики Молдова. Мы выполняем регулярные рейсы из Кишинева в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар и еще 22 европейских города. Авиакомпания Air Moldova – член IATA и обладатель сертификата безопасности IOSA. Наши самолеты надежны и современны. На данный момент флот авиакомпании включает в себя Аэробус А319, Аэробус А320 и Embraer Е190. Мы просим обратить ваше внимание на то, что наш первый Embraer прибыл в базовый аэропорт напрямую с завода-производителя. Для нашей авиакомпании главное – это пунктуальность, безопасность и безупречный сервис. У нас есть сертификат безопасности IOSA, сертификаты качества аэропорта Домодедово за пунктуальность и признание наших любимых пассажиров. Сейчас мы предлагаем вам посмотреть видео о нашем продукте. Мы надеемся, что видео вам понравилось, потому что оно у нас достаточно трогательное, теплое, как сама Молдова. Итак, переходим к классам обслуживания. В авиакомпании Air Moldova два класса обслуживания – бизнес и эконом. Причем насладиться отличным сервисом в бизнес-классе можно не только на перелетах средней дальности. На некоторых коротких направлениях бизнес-класс тоже представлен. Пассажирам бизнес-класса мы предлагаем улучшенное питание и дополнительные мили Air Moldova Club. Бизнес-обслуживание начинается еще на земле. У наших пассажиров есть доступ в VIP-салоны большинства аэропортов и, конечно, им положены приоритетные регистрация и посадка.
А сейчас посмотрите, пожалуйста, какой у нас салон в экономическом классе. Это салон европейского уровня. В экономическом классе обслуживания также представлены питание. И более того, есть возможность взять до 2 мест багажа весом до 23 кг в зависимости от выбранного тарифа. Особенно хочется остановиться на питании во время полета. Air Moldova предлагает бесплатное питание во всех классах и на всех рейсах, даже на коротких. В экономическом классе это, как правило, легкие закуски, а в бизнесе это полноценный поднос с горячим. Обратите внимание, что Air Moldova угощает пассажиров прекрасным вином, причем тоже во всех классах и на любых перелетах. Это настоящее вкусное молдавское вино, которое предоставляется бесплатно каждому пассажиру. Согласитесь, очень приятная опция. У авиакомпании Air Moldova широкая сеть полетов. Мы охватываем почти всю Европу. Особенно много у нас итальянских направлений. Например, Верона, Турин и Болонья, куда летаем практически только мы. Также у нас есть редкое и интересное направление, такое как Дублин. В Дублине, кстати, можно лететь не только учить английский. Ну а сейчас мы переходим к основному слайду, потому что здесь мы поговорим о навигации из России в Кишинев. И хочется отметить, что у нас очень удобное расписание полетов в Россию. Сейчас мы летаем из Кишинева в 3 российских города. Это Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Но Екатеринбург на этом слайде также представлен не случайно. Насколько вы помните, мы планируем начать навигацию в Екатеринбург с летнего периода 2018 года, а точнее с 28 апреля. В Москву летом мы будем выполнять 4 регулярных ежедневных рейса. В Санкт-Петербург это будет 2 ежедневных рейса. В Краснодар 4 рейса в неделю. И Екатеринбург 3 рейса в неделю. На данном слайде представлено наше расписание Москва-Кишинев-Москва на весенний-летний период. Обратите внимание, что у нас 4 ежедневных рейса в день, которые охватывают почти весь временной диапазон. Очень удобно. На следующем слайде представлено расписание Санкт-Петербург-Кишинев-Санкт-Петербург, которое это 2 ежедневных рейса, которые также охватывают очень удобный временной диапазон. Краснодар, Кишинев, Краснодар. Рейсы выполняются 4 раза в неделю по дням, указанным на слайде. Номер рейса также представлен. И, наконец, премьера сезона, скажем так, это Екатеринбург, Кишинев, Екатеринбург. Рейсы будут выполняться 3 раза в неделю. А номера рейсов представлены. В случае дополнительных вопросов по окончанию презентации мы обязательно на них ответим. Итак, это Верона, один из самых романтических городов Италии, да, пожалуй, и всего мира. В понедельник, пятницу, воскресенье мы летим помечтать возле дома Джульетты и также возвращаемся домой. Растерять впечатления вы точно не успеете, потому что стыковка в Кишиневе всего 1 час 50 минут. Помимо прекрасной Вероны, мы также приглашаем вас на шопинг в Милан. У Air Moldova прекрасные стыковки в Кишиневе. В Милан мы летаем вторник, четверг, суббота и воскресенье и обратно. Стыковочное время в Кишиневе составляет всего 1 час 30 минут. Вы еще не с нами, потому что мы уже летим в Италию на Air Moldova. И, наконец, не менее прекрасный город, который можно посетить, это удивительная Болонья. Со стыковкой не менее удивительной, всего 1 час 40 минут. А еще у Air Moldova есть и длительные стыковки. Например, в Брюссель мы летаем по воскресеньям туда и обратно по вторникам и четвергам. Стыковочное время составляет 7 часов 40 минут. Да, достаточно длительное время. Но сейчас мы формируем пакет Stopover, который позволит пассажирам во время стыковки увидеть прекрасную Молдову. Пакет будет включен в стоимость билета. Ну а сейчас мы бы хотели продемонстрировать
Еще один промо-ролик, который покажет вам красоту природы солнечной Молдовы. It will take an hour, maybe two. Well, I'll just go for a walk then. Okay. For you everywhere. Let's go. Carico. Mi stați ulea când? Moșule, mă tali măcar știi cine este. Dar cum să nu? Păi stai oaspetele meu. Find yourself in the heart of the countryside. Rediscover what it means to be the most welcomed guest. Visit the authentic Moldova. Я думаю, в нашем следующем промо-ролике будет играть Брэд Питт. Да, обязательно его пригласим, потому что вы прям заинтересовались этим актером молдавским. Итак, переходим к следующему слайду. Конечно, гордость Молдовы – это виноградники. Вкуснейшие молдавские вина, известные во всем мире. Рядом с Кишиневым есть небольшой город Криково. Здесь расположились знаменитые криковские подвалы. Подвалы Криково крупнейшие в мире. Они занесены в книгу рекордов Гиннесса. Также здесь хранятся коллекции лучших сортов молдавских вин, собранных со всего мира. Не менее известная винная достопримечательность – это замок Мими. Замок назван по фамилии его первого владельца, губернатора Молдовы. Для восстановления замка был выбран итальянский дизайнер, и здесь можно продегустировать одни из лучших вин Молдовы, а также насладиться вкуснейшим ужином. Не менее приятная часть нашей презентации – это программа лояльности Air Moldova, которая включает в себя 4 уровня. Обратите, пожалуйста, внимание. Итак, первый уровень Basic, который служит для накопления миль. Если вы накапливаете 25 тысяч миль, то вы можете перейти на следующий уровень, который называется Prestige. По накоплению 40 тысяч миль вы переходите на уровень Exclusive. Также у нас развита корпоративная программа, которая может включать до 30 сотрудников организации. На мой взгляд, это очень интересно, подумайте об этом.
Для граждан Российской Федерации въезд безвизовый до 90 дней пребывания в стране. Хотелось бы отметить, что если пассажиры приобрели транзитные билеты, то правила тарифа позволяют сделать полный возврат при наличии подтверждающего документа об отказе в визе посольства. Итак, авиакомпания Air Moldova представлена в двух системах дистрибуции. Коммерческое вознаграждение для агентов на данный момент это 5%, но хотелось бы отметить, что с 1 марта этого года коммерческое вознаграждение для агентов составит 3%. Это важно отметить и важно запомнить. 3% с 1 марта 2018 года. Рассылку, естественно, мы организуем. Итак, тарифные семьи авиакомпании Air Moldova. У нас 4 тарифные семьи. Обратите внимание, у нас есть Economy Basic, Economy Regular, Economy Premium и Business с соответствующими ABD. Применяются данные тарифы только для билета point-to-point. У нас достаточно гибкая тарифная сетка. И, естественно, данные тарифы, данные семьи регламентируют норму провоза багажа. У Air Moldova, если мы говорим о багаже, то у Air Moldova Peace Concept. Пассажирам бизнес-класса положено 2 места по 23 килограмма. В экономическом классе норма провоза зависит от стоимости билета. На всех транзитных перелетах в эконом-классе минимальная норма провоза багажа – 1 место 23 килограмма. А это наш базовый аэропорт Кишинево. Это его недавно реконструировали, к слову сказать. Это очень удобный транзитный узел. Минимальное стыковочное время в аэропорту 35 минут. Мы повторяем 35 минут, потому что мы обратили внимание на ваши вопросы относительно стыковок. 35 минут минимальное время стыковки. Итак, вот на данном слайде наша презентация уже подходит к концу. Мы надеемся, что информация была для вас полезной и интересной. Мы надеемся, что новости об Air Moldova вас также заинтересовали, особенно о нашем предстоящем рейсе в Екатеринбург. И мы благодарим вас искренне за внимание и готовы ответить на все ваши вопросы. Тридцати пяти минут, извините, вполне достаточно для совершения стыковки. Да. И я вас попрошу не отключаться, если что, и если даже у вас нет вопросов, потому что впереди у нас розыгрыш билета из одного из российских городов, откуда мы выполняем рейсы, в Кишинев. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Туда-обратно. Туда-обратно билет разыгрываться будет по направлению туда и обратно, конечно. Нет, по поводу Воронежа мы пока что не планируем рейсы. Да, мы слышали о том, что наш главный конкурент планирует что-то там открывать, но это также неподтвержденная информация. У нас в планах Екатеринбург. Из 28 апреля Екатеринбург, из Астрахани когда-нибудь будете летать? Вы знаете, мы не можем вам прокомментировать в данный момент этот вопрос. Мы ждем, как мы запустим Екатеринбург. И посмотрим. Хотелось бы, конечно, развивать Россию. 8 килограмм. Ручная кладь 8 килограмм, да. Все верно. Из Ростова, к сожалению, пока нет. Из Краснодара. Рассмотрите эту опцию. Нет, нет, не все борта А320, у нас А319 также, и Embraer E190, новые Embraer. Возраст самолетов 10 лет.
В зависимости от тарифа, надо смотреть по тарифу, потому что... Так, секундочку. Так, вопрос по багажу. Какой вес без доп. Оплаты? На транзитных перелетах это место 21 место 23 килограмма. Если point-to-point тариф, то по самому минимальному тарифу багаж за дополнительную оплату 15 евро. Регистрация, прошу прощения, входит ли компания в какие-либо альянсы? Нет. Регистрация на рейс онлайн есть, выбор места. Есть, есть на сайте, есть у нас такая опция. Суммируется, багаж суммируется, если несколько пассажиров. Нет, нет. А на какой месяц сейчас билеты продаются? На Новый год из Краснодара можно уже купить? Спасибо. Можно, можно. Проверяйте, пожалуйста, на сайте. Продажи открыты. Да, поддерживаем. Это мой ответ относился к вопросу, поддерживаете ли интернет-соглашение с другими авиакомпаниями. Да, мы подтверждаем, мы поддерживаем. Но надо дополнительно проверять в системе бронирования. Рейсы из Санкт-Петербурга есть? Есть. Два ежедневных рейса. С домашними животными можно на борт? С домашними животными можно, но опять же, вы понимаете, что собирать информацию, справки и все прочее, это полная ответственность пассажира. Важно отметить, что в грузовом отсеке животные у нас не принимаются, поэтому это должны быть параметры, которые позволяют взять животное в кабину самолета. Покупая на вашем сайте билет, будет дешевле, чем через авиасейлс. Вы знаете, вы все равно сравниваете, потому что когда как? Когда выгоднее приобретать через сайт, когда через авиасейлс? Так, я вижу, что у нас еще три участника сейчас печатают вопросы. Так, а как, а комиссию как получить? При выписке билета доплата за выбор мест. Есть, да, такая опция. Можно доплачивать за выбор места, которое на сайте представлено. В случае задержки рейсов на 4 часа и более, обеспечиваете ли пассажирам горячее питание? Да. На всех самолетах есть бизнес-класс. Полет из Краснодара. Да, из Краснодара есть у нас также бизнес-класс. Через порт билет бронировать можно, да, стоп-оверы есть.
Вот мы сейчас как раз-таки формируем наше предложение по стоп-оверам. Надеемся, что оно появится в самое ближайшее время. Есть Wi-Fi на борту? Нет, к сожалению, пока нет. Если на стыковку опоздала, следующий самолет не в этот день, отель предоставляете? Все зависит от ситуации, и если с вами произойдет такая ситуация, то в первую очередь надо обратиться к представителям Air Moldova в аэропорту, и уже они рассмотрят ваш случай индивидуально. Так. У нас очень активный чат. Я надеюсь, что никто не отключился, потому что в самое ближайшее время мы уже приступим к розыгрышу билета. Круглосуточная служба поддержки пассажиров работает. Да, у нас работает. 24 на 7. Дайте ссылку на ролик про Молдавию. Сейчас подождите, пожалуйста, секундочку. Мы попробуем его. В России представительство есть для компании. В России представительства нет, но есть агент по продажам. А поддержка 24 часа на русском языке. Да. Московский телефон есть. Агентом по продаже является компания Aviareps. Авиарепс – агенты всех авиакомпаний, по-моему. А разве это плохо? Авиарепс – хорошая компания. Обратите, пожалуйста, внимание, кто спрашивал про видеоролики про Молдову, про наш продукт. Они предоставлены. Авиарепс. Так, мы ждем еще вопросов, и если и мы, в принципе, уже готовы перейти к розыгрышу авиабилета. Но я смотрю, что вы печатаете еще вопросы, поэтому... А, вы тоже готовы. Отлично, отлично. Ну что ж, сейчас, секундочку, мы посмотрим, что нам еще... А, вы давно уже готовы. Ну... Это радует, что мы уже давно готовы перейти к нашей лотерее беспроигрышной. Итак, дорогие друзья, дорогие партнеры, коллеги, мы озвучиваем наш вопрос. Будьте, пожалуйста, предельно внимательны. Итак, какие приоритеты
главные приоритеты у авиакомпании Air Moldova? Так, все, я вижу. У нас объявился... Спасибо, спасибо. Можете все. У нас уже определился победитель. Это есть... Победителем стала Ава, которая перечислила прям сразу три одновременно наших основных приоритетов. Это пунктуальность, безопасность и сервис. Ольга Молчанова, вы меня слышите? Мы вас поздравляем. Сейчас, секундочку. Ольга, поздравляем, спасибо. Ура. Дорогие друзья, в любом случае спасибо большое, потому что ответов было много. Это значит, что слушали вы нас внимательно. Это очень приятно. Да, Ольга, мы вас еще раз поздравляем. И хотелось бы сказать, что вам необходимо будет связаться с нами по почте, по моей почте, которую я вам сейчас отправлю. Ольга, особенно прошу обратить вас внимание, это моя почта. Я прошу прощения, я вот так за вас порадовалась, что уж пропустила одну букву. Сейчас, одну секундочку, я перепечатаю. Ну вот, вы меня понимаете прекрасно. Итак, моя почта, я вам ее отправила. Пожалуйста, я вас прошу связаться со мной, и мы уже обсудим все детали, как вы сможете получить свой выигрышный билет. Мы вас искренне поздравляем, мы также хотели еще раз поблагодарить всех участников вебинара. Спасибо большое, что были с нами. Мы надеемся, что информация, которую мы вам сегодня рассказали, будет полезна для вас, для ваших клиентов. В случае возникновения каких-либо вопросов вы можете связаться с нами, мы с радостью ответим. Мы желаем вам активных, успешных продаж. Будьте с нами, летайте Air Moldova, потому что это действительно достойный, душевный перевозчик. И мы надеемся встретить вас на борту наших авиалиний. Спасибо вам большое. Спасибо.